Трагедией обернулись праздничные выходные в селе Большое Чуменево Батревского района. В пожаре погибли пожилые супруги. Пожар произошел около 3 утра 13 апреля. Загорелся одноэтажный кирпичный жилой дом. После локализации огня, очаг которого находился внутри строения, на месте происшествия пожарными были обнаружены тела проживавших там 80-летнего пенсионера и его 78-летней супруги. По данному факту Батревским межрайонным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. Как следует из ее материалов, возгорание в доме погибших заметили их односельчане, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В результате пожара дом серьезно пострадал, а надворные постройки полностью уничтожены. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина возгорания.